Алексей Медведев, капитан сборной России, автор победного мяча в матче за третье место. Алексей, как сложился поединок? Ну, достаточно тяжело складывался. Все-таки прошли всю дистанцию от начала до конца. Команды встречались, которые... Вот, и уже сил прилично потратили за время турнира. Ну, и сегодня уже вторая игра. И плюс хозяева при поддержке своих трибун, конечно, хотели хоть бронзу взять после поражения в полуфинале. Но мы тоже, как бы, уже мысли, скажем так, которые расстройство все отбросили и настраивались очень серьезно на эту игру, в плане того, что, ну, хотели обязательно уехать с этого чемпионата мира с медалями. Очень рады, что нам это удалось. Всегда, конечно, хочется большего, но я считаю, что я и перед турниром говорил, что попасть уже в призеры на чемпионате мира — это всегда престижно и почетно. 7 матчей провела наша команда на этом турнире. Кто из соперников больше всего запомнился? Очень много сильных, интересных команд. И в группе нам достаточно серьезные достались и испанцы, и молдаване. Очень было непросто. Да со всеми тяжело. Плюс и часто приходилось играть днем, там на солнце 40 градусов. Вот. Поэтому, ну, разные стили. Кто-то больше мяч внизу, кто-то более в силовом играет стиле. Поэтому приходится где-то под кого-то подстроиться в какой-то мере. Но старались все равно играть от себя свой футбол. Ну, по ходу турнира считаю, что постепенно разгонялись, но немножко не сложилось с немцами. Ну, это жизнь, как бы, она продолжается. Будем стараться на следующих турнирах обязательно побеждать и занимать только первое место. Ну, несколько слов для наших болельщиков. Я знаю, что очень многие смотрели, переживали за нас. И огромное спасибо за поддержку. Много приходило СМС. Вот, и поэтому мы играли для вас и старались показывать зрелищный и красивый футбол. Вот, поэтому болейте за нас, а мы будем стараться вас не огорчать. Спасибо огромное, с победой. Денис Чукин, тренер сборной России. Какие эмоции, Денис? Эмоции есть. Эмоции есть, но это эмоции не после финала. То есть, как бы, я чувствовал опустошение, но третье место, опять же, лучше, наверное, чем ничего. Наша команда провела 7 матчей на этом чемпионате мира. Кто из соперников больше запомнился? Греция. Самый сложный матч был с греками. Но если смотреть все сборные, которые здесь играли, очень хорошую игру показывали Франция и Англия. В принципе, неплохо играли. Поляки, наверное, заслуженно вышли в финал. Немцы, ну, и не знаю, что здесь делают немцы. Самый сложный матч для нашей команды с Германией? Самый сложный матч с Грецией был для нашей команды. И после этого должно было все вроде пойти так, как мы планировали. Но первый день мы отстреляли здорово и прошли греков, Шотландию. Потом что-то где-то не хватило с чего-то. И пока еще не понимаем, будем разбираться, надо чуть позже. Может быть, эмоции, может быть, еще чего-то. Пока я не могу ответить на этот вопрос. Ну, несколько слов для болельщиков. Хочу передать привет жене, любимым дочкам. Мама, папа, всех люблю. Спасибо вам, что вы болели, переживали. Спасибо Питеру всем. Спасибо. Всех люблю. С победой. Спасибо.